дорогие друзья! Сегодня у нас в клинике Эстепор день атопластики у доктора Алимы Сды. И вот сейчас у нас в операционной находится пациентка, которая обратилась к нам с просьбой о коррекции торчащих ушек, то есть слабоухости. Мы сейчас пойдем в операционную, посмотрим, как пациентка себя чувствует, и зададим доктору пару вопросов. Пошлите со мной! Доктор сейчас рассказал нам о своей технике. У него своя особенная техника, разработанная именно доктором Алимой Сды. В этой технике доктор не урезает хрящ ушной. Он делает операцию специальными швами, которые накладываются в такой технике, что ушки становятся натурально приближенными к голове. В этом случае у пациента быстрее проходит заживление. Также эта техника перманент, то есть 98-99% то, что пациенту не понадобится повторная операция. У пациента будет через 3 месяца уже естественный и постоянный результат. Также доктор нам рассказал, что сам надрез за ухом, он зашивается саморассасывающимися швами, то есть не нужно потом приходить снимать эти швы. Также после операции он наложит бандаж специальный с антибиотиком, да. Через 2 дня пациент к нам придет, доктор снимет повязку, и уже пациент будет только спать в специальной такой повязочке 2 недели. В принципе, очень свободно и спокойно можно спать на боку, это не проблема. И через 3 месяца мы увидим окончательный, естественный, что немаловажно, естественный натуральный результат. Сейчас мы спросим у пациента, как же она себя чувствует. Нас вас из хитидиормисы? Хисек мюра. Айварма? Айвиджок. Айвиджок. Пациентка нам сказала, что она чувствует себя хорошо, нет никаких болевых ощущений, прекрасно отдыхает во время операции. Сейчас мы узнаем у доктора, сколько же у него было вообще полностью в своей практике пациентов по атопластике, да, и узнаем, сколько было пациентов сегодня. Нам рассказал, что в его практике было больше, чем 8000 операций по атопластике. И за сегодняшний день, например, было 7 пациентов. Вот так вот. Всем спасибо за внимание.